Так. Не проходит. Разрешите. Бешенство собаки. Разрешите. Нет, вы сейчас. Представьтесь, пожалуйста. Они вам представились? Нет, абсолютно. Не представились? Попросите его представиться. Конечно, представились, если вы говорите видеокамеру. Нет, представляться, во-первых, это регламент обращения к контролёру. Регламент обращения к контролёру. Я вам покажу удостоверение. Как они к вам подошли? Ваш билет или как? Прямо сразу сказали, что я нарушил. Регламент обращения контролеров. Совершенно верно, опускайте. Да. Давайте, вы представляетесь вначале, кто вы, фамилия, имя, отчество, должность, цель обращения. Вот так будете подходить к гражданам. Фамилия, имя, отчество, цель обращения. Я не документ, я прошу представиться, да. Гражданин вам ничего не обязан показывать. Знаки отличия он обязывать вам не показывает. Головной убор где, пожалуйста? Хорошо. Я имею право ходить без головного убора. Да, если погода плюс 15. Погодный режим. Да, это ваш регламент есть. Комфортно? Неформенная одежда. У вас шапка входит в форменную одежду. Почему? Форменная одежда. Я с вами сейчас не общаюсь. Я потом с радостью с вами поговорю. Вам на какой остановке выходить, девушка? Мне нужно было давно выйти. Я сказала, что выхожу на следующий. Вам надо выйти сейчас? Мне уже нужно было давно. Надо выйти сейчас. Она может выйти. Все, она сейчас выйдет. Она нажимает на то, что я нарушила что-то. Я объяснила, что еду из травмы. А я же вам все рассказал. Выходите, девушка. Ваша остановка. Выходите, пройдемте. Никто вас удерживать не будет. Неужели естественно, это если бы я бы не подошел. А так бы вы встали, как вы держались бы. Я здесь просто держусь. Хорошо бы взять у них данные. Да, данные. Вы жалобу готовы написать? Запишите данные. Представляете, удостоверение. Я даже уберу камеру. Здесь видеофиксатор работает. Запишите данные на запись звука. Запишите, ну включите видео, пусть запишет данные. Так, сейчас. Старший специалист, контролер второго отдела управления контролем правил пользования наземным, городским, пассажирским транспортом Родионов Игорь Викторович. Так, дата выдачи 26.06.2019. По какой действует? А где срок действия? А, действительно, вот по 31.12.2021. Нагрудный жетон 782. 182 на грудь, чтобы вы сравниваете. Больше всего важнее было вот того человека. Этот по-человечески я объяснила. А тот очень стал напирать. Вы тоже пусть представится. Вам просто выходить. Сейчас вызовем наряд. На вас будет жалоба. Не, ну пусть вызывает. Конечно, это его право. А вы что не говорите? Представьтесь, пожалуйста. То есть не должны. Вы первый подошел. Вы не сотрудник. Что я первый? Девушка. Девушка, я первый подошел, спросил у вас билет проездной. Правильно, не так ли? Вы при исполнении? Знаешь, при исполнении. Я тоже не представьтесь, пожалуйста, ничего. Кто вы? Вы не оплатили, говорю, всего лишь одну остановку. Представьтесь. Уберите или убери? Уберите. Ну, убирайте. Нет, поймите, если бы нам справку показали бы. Да что вы говорите? Запись. Вам еще, то есть, вы же не сказали, не Советский Союз. Нет, девушка, да, Левченко Михаил Павлович, контролер пассажирского транспорта. Здесь нету, дату 2017-го. А по какого действительно, что это за карточка вообще? Это удостоверение ваше рабочее? Такое оно у вас? На сайт зайдите, если вы такой общественник. Конечно, общественник, да. Гражданам как надо? Исполнение. На, ну, по первому требованию обязаны. Да, нет, совершенно не требуют. Подходите, есть регламент обращения гражданина. Вот, слава богу, есть настоящие люди. Настоящие люди, которым просто хвала. Есть настоящие люди, которые оплачивают свой проезд, да, вот и все. Ну, не таким, как я, напирать за одну остановку, человек едет из травмы. Имейте вы вообще совесть, так что вы едете. Вы можете не знать, вам говорит человек в лицо. Остановка. Остановка. Дмитрий. Нет. Пусть вам, отдача вам большая. До свидания. Все, пассажир выходит. Все, до свидания. Thank you.
Слушаю вас. Кто вы? Будьте добры, я контролер второго отдела управления контролем правопользования на тему городским пассажирским транспортом. Родион Жигалевич, будьте добры, ваш предназначение. Ага. Покажите, пожалуйста, удостоверение. Пожалуйста. Я не буду читать. Я вслух зачитаю. Так, Родионов Игорь Викторович, старший специалист, контролер 26.06.2019, нагрудный жетон 782. Открывайте. Так, да. Будьте добры, пожалуйста. Пейпасом оплатил с карты. Скажите, пожалуйста, NFC. Какая стоимость? 42 рубля списалось. Подтверждение есть? Есть, конечно. Будьте добры. Показывать вам не буду, к сожалению. Федеральный закон о банковской тайне и федеральный закон о персональных данных. Не буду открывать вам свое банковское приложение. То есть вы отказываетесь на данный? Нет, я не отказываюсь. Я действую в соответствии с федеральным законом. Никакие федеральные законы не нарушаю. Как там, право безбилетного пассажира – это региональный закон московский. Совершенно. В КПРФ нету решения. Правом доставления и принуждения вы не обладаете? Нет, не обладаю. Не обладаете. Увы. Далее. И я оплатил свой проезд, собственно. Вы можете подтвердить оплату? Могу. Я говорю, открывать, как мне, банковское приложение вам открывать? У меня там деньги, номер карты. Нет, ну ладно, мне банковское. Ну а как же? Я же говорю, PayPass'ом оплатил, мне приходит уведомление в банк. Нет, тиньковская карта. Скажите в СМУ подтверждение стоимости проезда. Я же вам сказал. Оплату стоимости проезда. Я же вам уже сказал. Простите, я прослушал. Ну, увы, не хочу повторять еще раз. Хорошо, не повторяйте. Все.